Здравствуйте, это канал Царь, и с вами я, Екатерина Прыгучая. Это передача «Конный ревизор». Как вы знаете, я приезжаю в разные города, чтобы проверить конюшни. Сегодня я приехала в город Дзержинск, чтобы проверить на чистоту КСК «Город спорта». Вот сейчас мы подошли к конюшне КСК «Город спорта». Пойдемте. Как вы видите, у них не курят. Ну и как вы видите, с первого взгляда довольно-таки чистая конюшня. Ну что ж, проверим на чистоту гораздо тщательнее. Перчатку мне можно, пожалуйста? Спасибо. А за бинтом? Спасибо. Спасибо. Итак, у этой конюшни уже есть плюс за доброжелательность. Они одолжили мне куртку. Только холодное время года. Я что, парень, не идем? Спасибо за перчатку. Итак, идем проверять. Чисто. 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 А коня? Чисто. Ты у Маши есть? О, господи, Сена, я иду к тренеру. Скажите мне, пожалуйста, что это? Мы нашли вас в конюшне. Клочок сена. Почему он у вас валяется? Должна быть идеальная чистота. Лошадь выплюнула. А конюх не успел убрать. Убежданчик. Это безалаберность рабочих. Ну, может быть. Все исправим, девочки. Обязательно. Зато у нас, девочки, посмотрите, это порошок. Санэпидемстанция приходила и обрабатывала всю конюшню от клопов, тараканов и блох. Правильно, ревизорно. За чистоту в конюшне я ставлю плюс. Сейчас мы пойдем к конюху, чтобы задать ему пару вопросов. Здравствуйте, вы можете показать наличие кормов? Вот смотрите, наличие кормов. Да? Отлично. Что-то видел, не заметил. Можно идти дальше. Наличие кормов есть. За это я ставлю, несомненно, плюс. Пройдемте все дельное. Итак, так. Попона есть, ставлю плюс. Обогреватель есть, ставлю плюс. Седло есть, ставлю плюс. А гели есть, ставлю плюс. Уздечки есть, ставлю плюс. Тремянка есть, ставлю плюс. Хлам есть, ставлю плюс. Чисто. 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 За сёдельную, несомненно, плюс. Как вам известно, в местах, в которых я останавливаюсь, я беру уроки верховой езды. Сегодня мне понравилось это конюшня, поэтому я взяла урок верховой езды. Stronger, what if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go strong? Одобрено ревизора. За этого коня я, несомненно, ставлю плюс. За инструктора я тоже ставлю плюс. Здравствуйте, можно задать вам пару вопросов? Можно вам задать пару вопросов? Нравится ли вам КСК «Город спорта»? Ну да. Да, нравится. А вы что-то хотели бы изменить, может быть, улучшить? Я бы ничего не хотела менять. Мне все нравится, как есть. Теперь идеально, мне так все нравится. Ну все, хорошо, спасибо. В этой конюшне я поставила все плюсы. Ревизора рекомендует КСК «Город спорта» в городе Дзержинске. Кто знает, возможно, в следующем выпуске мы окажемся именно в вашем городе.